stunning. I like shining. I like million-dollar deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas. The ones that look like socks. I like going to... Доброе утро, мир! Сегодня у меня день рождения, мне исполнилось 21, эту цифру не очень произносить. И вот мне нравится, что у меня по наряду на день рождения. Я делаю джинсы и свитер. Настроение ужасное, как и в осеннее рождение. Артур мне подарил там розы. И зашел поздравлять меня с самым любимым моим пирожным муравейник из фаер-шоу. И фаер-шоу. Ты сейчас квартиру подожжу. Наряд максимально праздничный. Я еду в универ, хотя, по идее, не планировала, но только сегодня мы можем рассказать деловую игру, которую мы готовились, либо потом уже не сможем, не будет возможности. Так что еду на одну пару, потом встречаюсь с Соней в центре, Артур нас подхватывает на машине, и мы едем готовиться к ДРЭ, будем праздновать в лофте. Позвала много народу, своих знакомых, друзей. Но, к сожалению, человек 5-6 не смогут прийти, и от этого мне прям грустненько, печальненько. Погнали в универ. Пятница — это единственный день на неделе, когда я выхожу при свете дня. А мне к третьей паре, и слава богу, я сегодня встала не в 5:40 утра, как всегда. Снег, снежок, белая метелица. Не хочу в универ. Ой, мы спалили, где мы? Нет! Встретилась с Соней, у нас все идет просто вообще через же. Ждем Артура. И все идет через жопу. Как обожаю. Всегда. Там еще мой подарок, и мы его не смотрели. Да, она не хочет его смотреть. Хочу, но правда не здесь, потому что тут шумно бывает каждые 2 минуты. Прошло уже куча времени с момента последней записи. Мы едем в лофт. Нам еще 45 минут. Ровно столько, сколько было, когда мы выехали. Я не знаю, как все получится. Мы приехали уже в лофт. Все потом покажу подробнее. Соня, тигрица, мастерица бокалов. А я пытаюсь эту сумку дотащить. Я буду оператором твоим. Соня просила, но ты лучший вариант. Извини, Соня, конечно. Итак. Мы приводим вас в белый лофт, Сокольники. Итак, пойдемте за мной. Сегодня это наше арт-пространство для празднования моего ДРЭ. Мы не будем говорить, сколько мне лет. Это мои друзья, которые делают вид, что они не смотрим, мы не смотрим. Вот это вот Соня, это Влад, знакомься. Мы не ее друзья. Они выглядят, как будто даже декорации, это тоже были в белом, тоже такие, как и лофт. Вот, видите, тут... У нас тут елка декоративная, класс. Необычная. Чёрт. Часть еды уже выставлена тут. Это гвоздь всего мероприятия. Часть еды? Да. У нас есть, естественно, что вы могли подумать. Машинка для сладковаты. Вкус вихе. Твистер для самых отвязных игроков сегодняшнего. Не для нас с тобой явно. Лаунж зона. И вы посмотрите на это произведение искусства. Тут мох! Мох! Надеюсь, это смотрится неожиданно. И это у нас еще кухонка, так что если мы захотим покушать... Если вы захотите покушать на вечеринке, вы всегда сможете это сделать. You know. Вот, и это будет наше помещение. А туалет? У нас что, не туалет? Покажи нам туалет. Есть. Туалет. Мне очень нравится и деревянная эта штучка. Видишь, тут еще даже синий придут. Ничего страшного. Всегда была таким же оптимистичным человеком, чтобы ты наконец определилась, что ты хочешь заниматься по жизни. В общем, все, что ты сказал. Надо сказать, просто плюсую. Она повесила его на руку. Я знаю, я очень хотела эти духи. А как же бумеранг? Никто не засилит. Соня, ну как без тебя все? Я как Артуру всегда делаю. И мне все в комментах пишут, перестань трогать лицо Артура. Она надо, побольше, чтобы ты песню спел, Коль. Подходящую под действие. Тогда же оплата после или сейчас? Ага, ну разберемся, сочтемся. Артур слышал? Он с нас деньги хочет забрать? Да. Бессердечный скотина.
Это вот именинница, самое лучшее. Спасибо. Вы такие котики все. Эти вот, вот эти люди теперь как-то дружат без меня. Это как так получилось? Они тут смеются, вероятно, надо мной. Это не я. Ну, Соня, ничего не лечится. Помним, как Соня рассыпала попкорн и ела попкорн в пол. Ползала в коридор. Немного фактов о Соне. Я уже представляю кадры в этом влоге. Да, все подписано, все очень мило. У нас девочка. Это коробочка с девочкой. Да. Кто? Тамара, тебе все следующие полугодия теянки поставят. Блин, у меня и так дофига пропусков. Сейчас я отчет завтра буду делать. Это случайно? Середина месяца. На самом деле я ее рукой задела, только никому не говорите. Понятно. Нара, сколько можно? Вечером в лофте просто офигенно. Такая атмосфера классная. Мы сейчас сделали фотографии на прекрасной стене с огонечками. И надо посмотреть, как это получилось, потому что мы фоткали на Инстакс. Нара, ищи. Нара, ищи. Ой, да, получилось! Блин, вот все стоим круче. Прям вообще ничего не видно. Вообще. Это видео, да. Пусть все знают, как мы отдыхаем. Давай, Боль, твой выход. Это свечка нашей молодости. Задуй ее сам. Я подумала. Давай, я на припеве. Вы ровно, но... Она хотела жить, но вам это нет. И сами мур делиться секретами. Это все твое. Абсолютно все. Конец тусовки. Спасибо этому помещению. Вот так вот проходит завершение вечера. Остались самые стойкие. Все разбираем. Сумки и подарки. Спасибо лофту, который мы здесь были. Пространство просто супер. Супер. Тебе понравилось? Да, просто супер. Где поезд? А тебе понравилось? Да, я хочу найти поезд. Где поезд? Все, мы собираемся. Что, блядь, пищит? Даша. Да, без слов. Просто без комментариев. А что вы скажете из-за того, что вы остались тут? Грибы. Все тип-топ, лучки, макияж. А этот день наш? Ну не он, ну и твой. Ну и на него. Списку удалось, когда она заканчивается в Люберцах, знаешь, типа, когда плавка заканчивается в Люберцах. Раз вот тут вот так вот, и давайте я завтра что-нибудь еще скажу на прощание. Да, всё. Сейчас, мне кажется, абсолютно без комментариев. Сейчас я ухожу в туман. В отрыв. В отрыв. Тусовка продолжается, давай. Ушел в отрыв. Туда вот музыка идет, типа. Все. Утро после тусовки выглядит примерно вот так.
Это Артур. А сегодня, на следующий день, мы пришли отмечать уже с мамой, с бабушкой, с Артуром. Сейчас будем кушать и болтать, отдыхать, и буду принимать поздравления. Ну или просто сми позже. Мы с того зашла. Не только молодежь фоткает свою еду. Я вообще люблю еду фоткать. Я сама говорю, мне фоткать, но еду очень люблю фоткать. Я хотела на это верить. Артур мне не давал поводу поверить. Он меня отговаривал, что нет, нет. Я ходила в это интервью. Ничем не отличается. У меня тут 16, тут 256. У нас уже пошли тортики, у меня блинный, у Артура сникерс, у бабушки классический торт этого заведения, а у мамы пудинг, потому что мама ПП. Конечно же, звезда этого вечера. Это мамин подарок, если что. Да. Мама сказала, что я плохой фотограф, и теперь фоткает Артур. И тут прекрасная инсталляция. На этом влог подходит к концу. Спасибо, что были со мной на протяжении всего видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и поставить палец вверх. А также совсем скоро выйдет видео о подарках, которые мне подарили. Все подробно вам расскажу и покажу. Всех люблю. Пока-пока. С вами была Даша. I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like.